Химкинской областной больнице состоялось открытие зон отдыха для медицинского персонала. В них врачи смогут поесть и отдохнуть после тяжелых смен в больнице. На открытии присутствовали активисты проекта «Химки. Интересно жить» и представители администрации города. Зона отдыха оснащена всем необходимым для комфортного обеденного перерыва. Вы знаете, так как я сама переболела и примерно представляю, что такое, сколько работы, сколько мужества надо нашим врачам, но, с другой стороны, надо какие-то минуты перерыва, и насколько они комфортно устроены, насколько хорошая пища, вот этот перерыв, настолько люди могут и полноценно работать. Медицинский персонал обеспечивают бесплатным питанием. Об этом позаботились предприниматели города. Ежедневно в больницу привозят горячие обеды из 3 блюд. Например, сегодня врачам предлагали мисо-суп, салат, баранину или рыбу с гарниром и ланчбокс с сэндвичем. Врачи говорят, что питание вкусное и разнообразное. Каждый день повара предлагают им новое блюдо. Все очень старались, чтобы еда была не только там калорийная, да, но и в первую очередь вкусная. А масленицу нам как накрыли. Вот. Нам же накрыли масленицу прямо напротив центрального входа. Столы, самовары, блины, бублики, сметана, мед. Мы даже поверили, что началась мирная жизнь. В комнате отдыха царит особая атмосфера уюта и комфорта. Здесь можно отвлечься от работы, пообщаться с коллегами и выпить чашечку кофе. Такая пауза особенно необходима медикам, которые работают с тяжелыми пациентами ковид-стационаров. Очень отрадно видеть, что люди, которые занимаются бизнесом, очень непросто, непростым, успешным, где-то и не очень может быть успешным, но в первую очередь, когда поняли, что у них есть возможность помочь тем людям, которые серьезно и реально борются за жизнь людей, они включились в это, и все, что все могут, тем помогают. Подобные комнаты отдыха организованы также и в здании скорой помощи. Александр Гузаев, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.